многоуважаемое жюри. Финалист конкурса «Учитель года 2015», педагог высшей категории, победитель всероссийских конкурсов в области искусства, медалист дополнительного образования Екатерина Викторовна Чемрова. Почетный работник общего образования, гранд-мэра Москвы в области наук и технологий, победитель конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации» Людмила Федоровна Виноградова. Тренер по шахматам со стажем в 5 лет. Преподает в русской школе шахмат. Работала во Франции и Германии. Рисует, пишет стихотворения. Дарья Нефедова. Выпускница нашей школы 2019 года. Выпускница эстрадно-джазового училища Российской академии музыки имени Гнесиных. Алиса Бахтиозина. Режиссер-постановщик, руководитель театральной студии «Небо в ладонях», председатель жюри Елена Эдуардовна Сульянова. 10 баллов. Алена Звездочкина, 7 А класс. Ваши аплодисменты.
Ваши аплодисменты Айона, звездочкина, 7-й А-класс. Ну что же, на этом блок хореографии у нас с вами подошел к концу. И мы с вами переходим к следующему блоку, а это вокал. На сцену приглашается Есения Карас, 5-й Б. Друзья, мы разобрали всю эту тяжелую конструкцию, теперь мы можем с вами продолжать. И на сцену приглашается Егор Заморский, 6-й Б-класс. Ваши аплодисменты.
Очень здорово, что у вас такая замечательная поддержка, Егор, ты можешь вообще не сомневаться, что тебя всегда и везде поддержат. Но я надеюсь, что вы встретите сейчас такими же громкими аплодисментами Алису Муравьеву из 6-го класса. Thank you.
ночь прошла, словно прошла боль. Спите, я пусть отдохнет. У земли, как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Ваши громкие аплодисменты коллективу 6 класса Б. Ну что ж, мы провожаем их громкими аплодисментами. И на сцену выйти готовится Ролан Засеев из 6 класса с песней «На безымянной высоте». Ваши громкие, бурные аплодисменты. Санек. Под горою и вместе с ней горел закат. Нас оставалось поле трое из 18 ребят. А сколько их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого до сих
над нами мессеры кружили. И была ли нас словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся те ребята, друзья мои военные, землянка наша в три ногата. Сосна сгоревшая над ней, и вот давно я вместе с ними свою на огненной черте. И это был Ролан Засеев, 6-й В-класс. На сцену приглашается Афанасьева Марья, 7-й В-класс. А вместе с ней нас целует Александр Монаков. Ваши аплодисменты, Это, считайте, что самые взрослые участники нашего сегодняшнего конкурса. Esisterà insieme a te, io resterò.
paterita, eppure il cielo che ci guarda da lassù, parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te, nessuno sa la verità, è un altro amore mai più grande esiste. Ваши аплодисменты, еще более бурные аплодисменты. Итак, на этом очный, так сказать, этап вокала у нас с вами закончен. У нас с вами есть один номер, который нам прислала девочка из 10 класса, поскольку они на карантине. Thank you.
Ваши аплодисменты. Александр Леонов, Даниил Тополянский. Ну что? Ваши аплодисменты. Давайте поддержим Георгия. Евгения Владимировна, спасибо. Это просто прекрасно. Баранову Георгию и шестой А-класс. На сцену приглашается Ева Шуляк, шестой Б-класс, этюд номер 18. Ваши аплодисменты Еве. Thank you.
Ваши аплодисменты Еве Шуляк. На сцену приглашается Прудникова Анна, 6-й Б-класс. Как у нас сегодня много 6-го Б, это великолепно, это просто прекрасно. Ваши аплодисменты Ане. И это была Прудникова Анна, 6-й Б-класс. На сцену приглашается Якубова Ясмина, 5-й В-класс. Ваши аплодисменты. Произведение исполнила Якубова Ясмина, 5-й В-класс. Завершает блок инструментальное исполнение, уже известная нам с вами Куликова Николь, 10-й А-класс. Она исполнит... Я бы хотела сказать о превращениях углеводорода. Сегодня мы разберем, что это такое, в каких видах он бывает, зачем людям он нужен и его использование.
он встречается в сырой нефти, а самые его источники – это нефть, природный газ, сланцевый и каменный уголь. Он бывает в твердом состоянии, жидком и газообразном. Углеводород существует углеводород в космосе. На есть на Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Углеводород используют в промышленности, в топливе, технике и медицине. Также его применяют в различной косметике, жевательных резинках, контактных линзах, спортивном оборудовании и зубной пасте. Некоторые из нас имеют проблемы со зрением, но чтобы не носить очки, используют контактные линзы, которые позволяют углеводород позволяет сделать контактные линзы мягкими и удобными для ношения. Также его используют в протезах и зубной пасте. Если вам придется выбирать между зубной нитью для сохранения зубов и десен и использованием протеза, лучше все же выбрать зубную нить. В губной помаде тоже есть углеводород. Нефть – один из главных ингредиентов при производстве губной помады. В жевательных резинках он тоже применяется. Она имеет различную плотность, утекшивает вкус, а сделать ее мягкой помогает углеводород. Спасибо за внимание. Ваши аплодисменты Ивану Парадис. Больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь.